заседании присутствует вас, неправомочно осуществлять свою деятельность. 12-е заседание Совета депутатов муниципального образования Енисейского городского поселения городской области объявляю открытым. Добрый день, уважаемые депутаты. Прежде чем, собственно, рассказать о том, как идет год подготовки к празднованию десятилетия образовательного учреждения, хотелось бы остановиться немножечко на истории, так скажем, и в целом на состоянии образовательного учреждения. Кингисеппская средняя школа номер один была создана решением Кингисеппского городского исполнительного комитета в 1965 году. И в нынешнем 15 году празднует свой 50-летний юбилей. За свою 50-летнюю историю Кингисеппская школа номер один стала одним из лидеров системы образования не только нашего Кингисеппского района, но и Ленинградской области. Она является победителем среди инновационных школ в рамках приоритетного национального проекта образования. Ежегодно входит в тройку лидеров среди общеобразовательных учреждений района по результатам государственной итоговой аттестации, всероссийской и региональной олимпиад школы. Достигнутые высокие показатели качества обучения, конечно же, результат систематической целенаправленной работы администрации района по созданию условий обучения, соответствующих современным стандартам и требованиям. Имеются медиавизор, две интерактивные доски, цифровая лаборатория химии, которая активно используется на уроках самого разного направления. В 2014 году были выделены денежные средства в размере 1 400 000 рублей на ремонт кабинетов и установление, как я уже сказала, периметрового ограждения. Хочется обратить внимание, что за последний год внешний облик школы значительно изменился его фасад, заменены оконные блоки. Это все средства, выполнены работы на средства, которые администрация района в качестве, так скажем, привлеченных средств, инвестиционного участия в различных инвестиционных проектах, именно направленных для на одно из старейших и лучших учреждений нашего района. Бюджет городского поселения в 2014 году исполнен по доходам в сумме 367 миллионов 568 тысяч 86 рублей 57 копеек, расходом 385 миллионов 996 тысяч 382 рубля 75 копеек и с дефицитом в размере 18 миллионов 428 тысяч 296 рублей 18 копеек. Доходы исполнены всего на 83,7%, расходы на 71%. Остановлюсь поподробнее на исполнении доходной части бюджета. Налоговые доходы составили 153,5 миллиона рублей. Это 41,7% доходной части бюджета. План по налоговым доходам исполнен в целом на 104,3%. Поступление от налогового дохода в последние 3 года имеет тенденцию к росту и за 3 года выросли на 29,5 миллионов рублей. План по акцизам на нефтепродуктов был предусмотрен в бюджете в соответствии с прогнозом Комитета финансов Ленинградской области. Мы уже в первом полугодии понимали, что этот план не будет исполнен, но не корректировали план по доходам по этому источнику. Для того, чтобы получить дотацию на сбалансированность, на компенсацию выпадающих доходов из бюджета Ленинградской области. В конце года нам область выделила на эти цели 480 тысяч рублей. В связи с неисполнением доходной части бюджета, приоритетными направлениями финансирования в прошлом году были определены обеспечение выплаты заработной платы и уплаты налогов, обеспечение деятельности бюджетных учреждений, обеспечение функционирования городской инфраструктуры и обслуживания муниципального долга. Наибольшую долю в объеме расходов, как и прежде, составляют расходы на социально-культурную сферу. Это культура, спорт, молодежная политика и социальная политика. Данные расходы составили 179,9 миллионов рублей и составляют 46,6% всех нашей расходной части. Расходы на общегосударственные расходы составили 71,6 миллиона рублей, национальную экономику 55,6 миллиона рублей, жилищно-коммунальное хозяйство 71 миллион рублей, средства массовой информации 2,6 миллиона рублей, обслуживание муниципального долга 4,4 миллиона рублей. Ревизионная комиссия рекомендует рассмотреть и утвердить отчет по исполнению бюджета за 2014 год моего Кингисеппского городского поселения. 22 за, против, нет, решение принято. Спасибо. Четвертый вопрос. О работе государственного учреждения Кингисеппского центра занятости с населением. Здравствуйте, уважаемые депутаты.
конкретно информировать о ситуации на рынке труда, которая, естественно, изменяется в связи с различными экономическими нашими моментами. На 1 января 2015 года на учете в службе занятости состояло 160 безработных граждан различных категорий. Женщины, инвалиды, граждане пенсионного возраста, граждане сельской местности. Уровень регистрируемой безработицы составил 0,4%. На сегодняшнюю дату на учете составил 85 человек, уровень безработицы 0,46%. В 2014 году в социалистов в поиске подходящей работы обратилось 1393 человека, в том числе 375 подростков для временного трудоустройства. За 4 месяца текущего года за содействием в поиске подходящей работы обратилось 442 человека. В 2014-2015 году наблюдалось снижение заявленных вакантных рабочих мест. В начале 2014 года в базе находилось 1198 единиц, на 1 января 2015 года 710, на сегодняшний день 693 вакансии. Я хочу сказать, что у нас сейчас осуществляется несколько видов вот направлений, да, по трудоустройству, региональные программы занятости населения. Я докладывала и в информации проходила в СМИ, что на сегодняшний момент большое внимание уделяется трудоустройству инвалидов. Эта категория у нас под особым контролем, мы с ней работаем постоянно, с каждым, кто к нам обращается, пытаемся его трудоустроить, пытаемся оказать ему государственные услуги по востребованности. На сегодняшний момент существовала программа вот последние годы содействия трудоустройства незанятых инвалидов, создание рабочих мест для них. Субсидия выделялась государственная, из федерального и регионального бюджета на эти цели. В этом году эта сумма составляет для создания рабочего места возврат работодателю средств этих видов субсидий 72 690 рублей. Но хочу добавить, что вот сейчас в правительстве Ленинградской области находится на подписании еще две программы. Проблема очень большая в подборе работника. То есть есть у нас вакансии, которые не заполняются, мы просто не можем найти на эту вакансию работника. Работодатель готов создать рабочее место, нет работника. То есть третья сторона, это на сегодняшний момент самая сложная сторона. Вот здесь такой пример. Мы 3 года искали на вакансию с работодателем человека швейцарского. 3 года. И только в этом году мы смогли найти подходящего человека, который согласен работать в нашем месте. Электромонтер, востребованная профессия. Эти профессии учат многолетние наши колледжи. Понимаете? Повара, вы сами понимаете, выпускают каждый год, да, группы. Да, не идут. Молодежь не идет на эти работы. Так, муниципальное автономное учреждение сельское телевидение впервые появилось в городе в июне 2010 года по решению городского совета депутатов. Здесь нет фотки. Учредителем муниципального автономного учреждения является администрация города. А так как сейчас ее полномочия выполняет администрация района, нашим куратором является администрация района. Это так коротко. Предприятие действует на основании устава, является средством массовой информации. У нас есть все необходимые лицензии, свидетельства. Но я отмечу, что муниципальное автономное учреждение – это некоммерческая организация, создана она для информирования населения о проведении общественных, социально значимых, политических и других, в общем-то, событий, скажем так. Да. Как городского, так районного, областного и федерального значения. У нас работает 10 человек. Среди них всего 2 журналиста, это, которые работают на телевидении, и главный редактор радио – это Галина Ивановна Шевченко. Это вот как бы творческий коллектив и 3 оператора, которые у нас являются выдающими эфирами, монтажерами, режиссерами, дизайнерами рекламы. То есть мы совмещаем в себе вот как бы творческий коллектив, это 6 человек. О том, какие были на что были потрачены финансовые поступления в прошлом году, подробно описано в отчете, скажу только, что эти поступления помогли обновить, то есть поступления на иные цели. Помогли обновить техническую составляющую нашего предприятия и запустить прямой эфир
киностудии «Ивангорода». Работали также по договору с каналом «Орел». Они нам предоставляли дополнительное время, то есть мы увеличивали время прямых эфиров до часа. И с 2014 году, с обновлением оборудования, мы смогли выходить в часовом режиме прямой эфир, но уже со студии Кингисеппского телевидения. И также полчаса мы вещали на Кингисеппском телевидении и на телеканале «Орел» совместно, и остальные полчаса только на телеканале «Орел». Мы очень много делаем для нашего города, и все прекрасно понимают, что за это мы денег не получаем, мы свои средства куда-то вкладываем. Хочется, чтобы об этом говорилось, потому что не всегда люди об этом, ну, видят и знают, смотрят ваш канал, конечно, когда выходят ваши передачи. И хочется, чтобы вы все-таки освещали жизнь депутатов тоже в том числе. Дело в том, чтобы нам об этом говорить, нам нужно знать об этом. Или хотя бы, чтобы нам об этом сообщили, сказали, там, придите, мы вот будем там, не знаю, городок ставить, ясно, да, там, озеленять. Это откуда эти деньги поступают? Из бюджета. Понятно. Значит, тогда следующий вопрос. Вот вы говорите, что вы по первому зову участвуете во всех мероприятиях. Но почему-то вы 13 мероприятий главы муниципального образования пропустили. Это как? Нам надо заранее знать, когда она будет. Не за час, не за полчаса, не за два часа. Потому что у нас всего две видеокамеры. И сколько бы ни было у нас операторов и журналистов, мы не можем приехать с телефонами мобильными или с фотоаппаратами снимать. А о моих мероприятиях, которые я провожу в рамках Кингисеппского района и города Кингисеппа за два часа, то тогда я сделаю вот выводы в отношении тех людей, кто за это отвечает. Если, значит, по-другому, тогда буду рекомендовать совету обратить внимание на вашу работу. Я считаю, что депутат Татьяна Викторовна правильно поставила вопрос, что деньги платим мы, а освещения работы совета практически нет. Много-много чего вами не освещено. Я хотела бы еще отметить, что каждый труд он должен быть оплачиваемым. Может быть, я плохой руководитель, но когда у нас зарплата падает, когда мне нечем платить сотрудникам заработную плату, и сказать человеку, ты будешь работать в субботу, в воскресенье, ты будешь работать вечером, ты выйдешь ночью, потому что ты дежурный по эфиру, ты должен следить, чтобы эфир вышел, не дай бог, будет какой-то срыв. И когда человек работает, действительно работает, сидит у компьютера, а я ему не могу заплатить нормальную зарплату, да, ну, как бы, чем мотивировать я могу? А получается очень интересно, коллеги, да? Мы приняли эти деньги, утвердили, значит, из бюджета финансируется данная компания, является, значит, учредитель является администрация. Ради бога, мы партнеры. Так ради бога. Мы можем вопрос решить спокойно. У нас есть куда тратить деньги. И у нас есть небюджетные средства. Пускай уважаемая администрация тогда, значит, эти деньги изыщет у себя в небюджетных средствах и финансирует свое учреждение. А мы эти 2 миллиона предусмотрим на другое. Поэтому, ребята, давайте договоримся по-хорошему. Я предлагаю создать комиссию депутатскую и проверить. Мы предоставим в комиссию, я предоставлю в комиссию всю информацию о тех сроках, за какой период времени телевидение было уведомлено о том, что мероприятие главой проводится или советом депутатов и депутатами. Хотя я вот просматриваю, значит, тоже, и вижу, что мероприятие проводится, если даже депутаты, значит, в нем участвуют, акценты только на представителей администрации, а депутаты так это сбоку где-то, никакого акцента, никакого кадра нету, или там где-то вот что-то. Редко-редко. Добрый день, уважаемые присутствующие, товарищ Андрей Владимирович. Можно долго говорить, конечно, о работе участковом. Само слово предполагает участие во всех сферах жизнедеятельности. У вас есть, да? Вот, если остановиться за результатом работы по первому кварталу 2015 года, да, участковые проводят отчеты перед населением. Вот можно будет совместить это, тем более даты проведения отчетов, они
выносятся в средства массовой информации, благовременно есть об этом, можно узнать. Ну, я думаю, что через аппарат, через мой аппарат с вами отработаем, и тогда коллег и депутатов увидели об этих вот мероприятиях, и они вместе с участковыми в этих мероприятиях поучаствуют. О работе отдела управления Федеральной службы миграционной службы России по Санкт-Петербургу и Московской области. Добрый день, уважаемые депутаты, участники заседания. Ну, я хочу вкратце довести информацию по работе нашего отделения и в конце остановлюсь на изменениях, которые предстоят нашему подразделению скорого времени 2015 года. Буквально вот еще несколько дней. Ну, как и в первом квартале на протяжении последних лет мы продолжаем работать по реализации концепции государственной миграционной политики Российской Федерации. Наша служба, как правило, ассоциируется, первое, это с миграционной ситуацией, несмотря на то, что мы оказываем, помимо этого, еще 18 государственных услуг, и это не предел, у нас каждый раз это прибавляется. И хочу отметить также, что мы продолжаем работать и с учетом нововведений в миграционном законодательстве. Это в первую очередь, которые произошли с января 2015 года, это получение иностранными гражданами патента на осуществление трудовой деятельности у физических, юридических лиц, увеличение срока закрытия въезда в Российскую Федерацию до 10 лет иностранным гражданам. Ну и хочу отметить, что в первом квартале 2015 года у нас поставлено на миграционный учет 1134 иностранных гражданина, произошло снижение несущественное, но в то же время имеет место быть. Ну, это, наверное, хочу отметить в связи с чем. Прекратилось большое строительство, которое нам все время давало, это территория порта, где очень большое количество осуществляло работу иностранных граждан. С целью работы у нас продолжают прибывать и увеличивается прибытие иностранных граждан с целью осуществления трудовой деятельности. Это 387 человек, и из них надо я показатель говорю за первый квартал. Сейчас на сегодняшний момент с сезоном увеличивается прибытие иностранных граждан. Это в основном у нас граждане Узбекистана, Украины. Также большое количество сейчас на цели прибывало иностранных граждан. Это Украина по понятным причинам, Узбекистан. Но в рамках осуществления постановки на миграционный учет мы продолжаем работу по выявлению фактов многократной регистрации и постановки на учет иностранных граждан. С этой целью противодействия незаконной миграции и эффективной регистрации материала направляется в МВД по Кингисеппскому району. Проведено 18 проверок, из них в большей степени это внеплановые проверочные мероприятия. Ни для кого не секрет, только они дают, как правило, положительные результаты с целью выявления нарушений, имеющиеся быть. Количество выявленных нарушений в сфере миграции увеличилось еще в связи с тем, что в отношении привлечения российских граждан, это которые не уведомили в установленном порядке о наличии двойного гражданства. Точно так же вот на сегодняшний момент мы продолжаем принимать такие уведомления. Проблемные вопросы, ну, единственное из показателей, хочу отметить, на протяжении только последнего периода снижение произошло по количеству оформленных заграничных паспортов. Но это дало свое, наверное, что и на 10 лет мы оформляем. На 1000 с лишним мы за квартал оформили и приняли документов меньше. Проблемные вопросы на сегодняшний момент, но доведу информацию, с 1 июня 2015 года подразделение отделения Федеральной миграционной службы в Кингисеппском районе ликвидируется, и подразделение в городе Ивангороде ликвидируется. Создается межрайонное отделение номер 1 в УПМС по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Я в городе Кингисепп. Информация. Александр Владимирович, председатель комитета по управлению молодежной политики, администрации города Кингисеппского муниципального района. Когда вся страна будет отмечать День России, там будут длинные выходные, поэтому мы изначально так планировали для удобства граждан и, в общем-то, для совмещения и государственного праздника, и нашего домашнего праздника, придать ему дополнительный статус. План праздничной программы, он
на сегодняшний день сформирован, разбит по времени. И как бы вкратце хочу вам рассказать о тематике праздника, что вообще нам предстоит. Праздничные культурно-массовые мероприятия будут проходить у нас в связи с 631-й годовщиной основания нашего города, Дня независимости России и Года литературы в Российской Федерации. Программа празднования включает в себя шествие, торжественную часть, конкурсы, работы интерактивных площадок, спортивные мероприятия, выступления лучших творческих коллективов города, района, а также гостей. Все будет, где будет представлено многообразие культур. Поскольку город Кингисепп, как и наша страна, многонациональный город, то девизом праздника мы сделали «Россия, да, наш дом, мы равны в нем». Праздник будет включать в себя представление различных культур, как малочисленных коренных народов, проживающих на территории Кингисеппского района, также и представителей различных диаспор. Мы постараемся привлечь, мы хотим провести парад колясок. Значит, да, даже среди депутатов есть потенциальные участники, вообще гости нашего города, которые приезжают впервые в Кингисепп, проехав по улицам, всегда отмечают, что в Кингисеппе очень много молодых мам, молодых семей, и колясок у нас, в принципе, достаточно. Поэтому, дабы сделать преемственность поколений, у нас будет шествие участвовать, начиная с самых юных кингисеппцев, потом молодежь, спортсмены и работники предприятий, учреждений. И я надеюсь, что наши ветераны тоже примут участие в всех праздничных мероприятиях. Объяснение зимнего штаба Кингисеппа городского поселения. Вашему вниманию представлен проект «Объяснение изменения устава». Данный проект включил в себя два публичных слушания, по которому по одному из них проходили в июле прошлого года, и второй проект публичных слушаний, по которому были состоялись у нас 29 января следующего года. Ну, в общем-то, составление этот вопрос был рассмотрен на комиссиях. Еще раз повторюсь, что есть отрицательное заключение администрации Кингисеппского муниципального района, в том числе комитета финансов, рассматривать проект изменения устав муниципального образования Кингисеппского городского поселения. Изменений много, в основном они касаются всех изменений действующего законодательства. Однако есть два пункта в данном проекте решения. Это 24 и 42, которые касаются создание контрольно-счетной палаты муниципального образования Кингисеппского городского поселения. Мы полагаем, что создание данного органа местного самоуправления является нецелесообразным. 131 федеральным законом предусмотрены три органа местного самоуправления, которые обязательны. Это глава муниципального образования, совет депутатов и администрация, исполнительный распределительный орган. Остальные органы местного управления, в том числе и контрольный счетный орган, могут создаваться советом депутатов. 7 февраля 2011 года был принят закон 6 ФЗ об общих принципах организации. Также было определено, что совет депутатов вправе создавать финансовый орган. На территории Кингисеппского района, в основном все поселения, без создания контрольно-счетного органа передали полномочия в соответствии с 6-м федеральным законом на районный уровень контрольно-счетной палате районной. Город Кингисепп пошел своим путем, создали ревизионную комиссию, которая также являлась депутатской комиссии при Совете депутатов и осуществляла финансовый контроль. Полагаю, на сегодняшний момент нет необходимости создавать отдельную контрольно-счетную палату на уровне поселения для того, чтобы в дальнейшем передать эти полномочия контрольно-счетной палате района. Я своими словами расскажу ту информацию, которая вам представлена, доведена. При работе с председателями комиссии, рабочая группа, которая была создана, мы обсуждали способы формирования и как учесть все наказы избирателей, вас как депутатов,
не включить это в существующий план направы. Дело в том, что, как правило, любое ваше и избирателей пожелание, которое необходимо реализовать, входит в одну из тематик или в одну из целей задач программы, уже существующей. Таким образом, у нас получилось в основном это 4 программы крупные. Это благоустройство, это дорожная деятельность, повышение безопасности дорожного движения, отдельная программа, и развитие инженерной инфраструктуры. У нас получилось, что общая сумма, грубо, составила 225 миллионов рублей. Это при крупном подсчете то, что в ваших наказах было указано, и мы лоббируем за ближайший не один год, а несколько лет реализовать на территории города. Большая программа – это благоустройство территории. Здесь на сумму 193 миллиона 4 подпрограммы. Это повышение комфортности условий проживания, строительство и обустройство сетей объектов уличного освещения. Следующее – это ливневая канализация. Следующее – это игровые, детские и спортивные площадки. И последняя – установка скамейки урн. Не устраивает нас с вами, избирателей, состояние некоторых дорог. И мы, анализируя их, включили пожелания этой соответствующей программы по дорогам. Повышение безопасности дорожного движения – это отдельная программа, поэтому если где-то понадобится светофор или другие элементы, мы в эту программу включаем. И последнее – развитие инженерной инфраструктуры. Здесь я не буду останавливаться на прошлом совете депутатов, я подробно говорил о газификации и водоснабжении некоторых микрорайонов, как правило, это микрорайоны индивидуальной жилой застройки, мы ими тоже занимаемся, и по возможности финансирования, как правило, из области софинансирования, мы в эти районы будем включать ваши пожелания. Мы все-таки вот движемся в правильном направлении в благоустройстве нашего города, в решении вот этих насущных проблем. Но все-таки будет такая программа, будет финансирование, ясно, что не в полном объеме, но оно будет наполняться, и будем решать проблемы. Один из трех вопросов. А потом подопечного сезона 2014-2015 году? Сезон 2014-2015 году в соответствии с постановлением администрации Мурманско-Сербского городского поселения начался 25 сентября 2014 года и завершен 8 мая 2015 года. И начало, и конец сопровождалось постановлением администрации в тексте указанные реквизиты и документы. Своевременному выпуску тепла способствовали скоординированная работа жилищно-эксплуатационных организаций, управляющих организаций и гарантирующего поставщика тепловой энергии УАО «Властер». В городе Кингисеппе, я напомню, две газовые котельные, центральная городская и котельная микрорайона Касковка. Общая мощность 203 гигакалории в час. Этого вполне достаточно для теплоснабжения существующей городской застройки. Тепловые сети имеют общую протяженность 48 километров. И добавлю от себя, что у нас сейчас ЛАТЭК успел на сегодняшнюю дату за несколько лет отремонтировать магистральные сети из 12 километров половину, 6 километров. То есть степень надежности сетей, начиная от магистральных, увеличивается. И несмотря на достаточно высокие степени сноса, высокую степень, 78%, ЛАТЭК планирует свою работу, исходя из наиболее важных опасных при ограничении тепла в участках. Деятельность предприятий по устранению утечек и ремонту теплоэнергетического оборудования и тепловых сетей носила оперативный характер. Время устранения не превышало нормативные величины и проводилось по графику плана предупредительного ремонта. В соответствии с правилами подготовки проведения дорожного сезона в Ленинградской области, утвержденное постановление правительства Ленинградской области номер 177, создан у нас, формируется комплексный план мероприятий по подготовке объектов жилищного, коммунального и социального назначения, создана комиссия, и сейчас утверждается программа проведения проверки готовности к отопительному периоду 2015-2016 года. Базы по вопросу ремонта благоустройства уже строится структуры, включая внутренние территории его городского поселения. В 2015 году выполнили работу по содержанию автомобильных дорог, искусственных сооружений, объектов технического благоустройства. В соответствии с итогами торгов и муниципальным контрактом осуществляется убор. В рамках данного контракта предусмотрено выполнение ямочного ремонта горячим асфальтом в количестве 700 метров квадратных. Техническое состояние дорог и висепа ежедневно мониторится специально.
специалистами муниципального хозяйственного учреждения службы заказчика, туда эти дороги переданы в оперативную управление. По результатам мониторинга в рамках предусмотренных бюджетных ассигнований заключаются муниципальные контракты на проведение соответствующих работ по устранению аварийной ямочности на проезжих частях и автодорог. Сразу предвосхищая вопрос, скажу, что ямочный ремонт у нас был, есть и будет, и он осуществляется хоть картами, хоть другим способом до осуществления капитального ремонта. По реализации государственной программы развития автомобильных дорог в городской области и на условиях софинансирования за счет средств дорожного фонда планируется выполнить на территории Министерства городского поселения ремонтные работы на автомобильных дорогах на общую сумму 27 миллионов рублей. Это ремонт автомобильной дороги по улице Театральная по предписанию ГИБДД на сумму 3 644 тысячи рублей. Ремонт дороги по улице Криховское шоссе, это, своими словами, скажу, от кольца до Большой Советской и с обратной стороны от въезда, от съезда от трассы, где мы отремонтировали в прошлом году, до примерно улицы Ковалевского. Заключен уже контракт на первый участок этой дороги, и сейчас уже он действует, и подрядчик ждет со дня на день, должен приступить, когда вот, у него там все будет согласование с ГИБДД получено, он уже приступит к выполнению этих работ. Основание переименования улицы Химик расположено на территории 250 городской поселения. Согласно положению порядка присвоения номинований, переименований будет поселенческих объектов, на территории муниципального городского поселения, утвержденное решением Совета депутатов в 2012 году, 444-е, и комиссии по присвоению номинований и переименований внутри поселенческих объектов, действующих на основании постановления администрации 2014 года. По результатам заседания комиссии рекомендовано принять предложение о присвоении номинований улицы Монастыкиной в соответствии с перечнем приложения. Эти улицы существуют все время существования садоводства. Поэтому просим вас, уважаемое собрание, принять это к сведению и утвердить это номинование, потому что это тормозит оформление земельных участков в садоводстве. Если мы снова сейчас даем эти улицы, почему они опять у нас повторяются? И потом очень трудно, теперь это улицы в городе имеются. Нет. Мы вырастаем микрорайонами, которые начинают номиноваться как бывшие СНСТ «Химик». То есть будет звучать адрес город Химисев, НСТ «Химик», улица Рябиновая. Вот и все. Добрый день, уважаемые депутаты. В соответствии с положением о звании почетным гражданином Госдепутата, утвержденного в 2011 году решением Совета депутатов номер 362, в комиссию поступило в 2015 году поступили документы по кандидатурам на присвоение звания почетного гражданина. И 7 мая состоялось заседание комиссии. Значит, комиссии по присвоению звания почетных гражданин города Кингисеппа, в состав комиссии входят представители депутатского корпуса, значит, Соболев Сергей Геннадьевич, Рождественская Ванда Чеклауна, Иванова Ирина Александровна и Васюков Дмитрий Анатольевич. Значит, комиссия внимательно рассмотрела пакеты документов. Пакеты документов все представлены в соответствии с действующим положением. Значит, рассматривались обе кандидатуры. И учитывая то, что в соответствии с пунктом 2.6 положения представления издания почетным гражданам у нас описано о том, что юбилейные даты города могут определяться две кандидатуры на звание почетного гражданина. Юбилейная дата города у нас была в прошлом 2014 году, и присвоено было звание почетного гражданина только одной кандидатуре, потому что на одну кандидатуру поступили документы, поэтому комиссия сочла возможным рассмотреть, одобрить и вынести на переходим к презентации магазина. Добрый день, уважаемые дамы и господа. Спасибо за предоставленную возможность познакомиться с вами и представить нашу торговую сеть. Еще раз представлюсь, меня зовут Петр Костыгов, я являюсь директором по маркетингу компании Кеска Фудрус. Мы незаметно в ваше время, я понимаю, что вы уже устали, вот это заседание. Компания Кеска Фудрус развивает в России сеть гипермаркетов, который носит название «Коровка».
Мы являемся частью финского концерна «Веска». Возможно, вы слышали о такой компании. Это одно из ведущих предприятий торговли в Финляндии. Еще раз повторюсь, Россия может быть галактической коровой. Интересно отметить, что название нашей торговой сети сложилось достаточно просто и незамысловато. Первое, как вы понимаете, это берется вот название концерна, а слово «рыока» переводится с финского языка как «еда». Собственно говоря, мы позиционируем себя, мы называем себя финский гипермаркет свежих продуктов. И основной, в нашем ассортименте присутствуют все товарные категории, как продуктовые, так и непродуктовые. Но основной акцент, как вы понимаете, мы делаем на продукты питания, а именно на свежие товары. Фрукты, овощи, гастроном, колбасные изделия и прочие свежие товары.